Мы уже участвуем в 5-м или в 6-м мероприятии, проводимое «Восток Капиталом», и, собственно, это уже показатель того, что нам эти мероприятия очень нравятся, и как по уровню организации, так и по уровню представленных участников, которые посещают данное мероприятие. Мы планируем участвовать и в дальнейшем, соответственно, надеемся, что уровень будет выдержан на долгие годы. Мы в основном общаемся с техническими специалистами, это либо главные инженеры, главные механики, в том числе можно и руководители, которые непосредственно принимают решения о выборе тех или иных технических решений для защиты от коррозии, так как это наш основной профиль. Хотелось бы видеть побольше именно вот технических специалистов на ваших мероприятиях, чтобы мы выходили на них уже сразу напрямую, а не через смежные отделы. Мы бы порекомендовали, конечно, мы даже уже нескольких компаний приглашали, но, к сожалению, у них не получалось по времени приехать. Это заводы-производители металлоконструкции, изготовители непосредственно вот арматуры различные запорные. Так что всем рассказываем. Специфика нашей отрасли такова, что продажи очень длинные. Они могут занимать 1, 2, 3 года, и заложить то или иное техническое решение можно, например, в этом году, а реализовать его только через несколько лет. Соответственно, оценить моментально эффект достаточно сложно, но хотя бы то, что уже идет плодотворное общение с теми лицами, с которыми мы встречались на ваших мероприятиях, уже хороший признак.